Приветствую гостей и подписчиков канала Бодр 23. Хотел бы с вами обсудить очень интересную и важную информацию, а это якобы новости по Сталкер 2. Ну, как обычно, мы ходим вокруг да около, и самое интересное и важное в этом, это то, что некоторые блогеры начинают распространять инсайдерскую информацию. Ну, как бы инсайдерскую. Некий олдбой, он же наш контент-мейкер, сообщил прекрасную такую новость для всех, кто ожидает Сталкер 2. Игра будет перенесена на осень. Мотивировал это он тем, что ему и данную информацию предоставили достаточно надежные каналы. Ну и также самого до этого был запечатлен в развенчании некоторых мифов вокруг Сталкер 2, а именно то, что Моргенштерн будет, как вы видели, за Сталкер 2 тестировщиком, и его, конечно же, не будет. Ну и прочих новостях. Поэтому он сказал прекрасную мысль, которую, увы, ях развенчали, потому что разработчики Stalker 2 опровергли слухи о переносе игры. Ну, это, конечно, было сказано, так сказать, немножко в форме общения в Дискорде, но все же, господа, есть надежда на то, что действительно это был, как обычно, вброс, и никакого переноса, естественно, не будет, потому что блогерам доверяй, а информацию перепроверяй. После того, как Антишнапс и, неважно кто, сделали зарисовку художественную по якобы участию Антишнапса в роли Сидоровича в новой игре, нужно доверять, перепроверять и все равно не верить. Поэтому я эту информацию, когда услышал, решил выждать время, и все-таки подтверждение нашлось с моих слов, что действительно игру не переносят, потому что я делал отдельное видео о том, что не будет переноса, потому что по факту 28 апреля это уже перенос игры, потому что по внутренним документам, которые всплыли в судебных прениях эпиков и всех остальных, так сказать, высветилось, что игра должна была выйти уже зимой, но вот этот вот перенос первый и случился, поэтому EGC, играя в молчанку, не выдавали никому других надежд и прочей информации о выходе игры, только финальная дата, 28 апреля. Ну, естественно, как вы понимаете, кроме этого, игра выйдет на плоечку, но спустя 3-4 месяца, когда будет консольная эксклюзивность для Xbox, и в 23 году, возможно, это случится. Но если верить нормальным источникам и их мнению, то, увы и ах, скорее всего, плойка пока разрабатывается, и сроки ее туманны. Поэтому версия порта Stalker 2 для PlayStation 5 пока в процессе, господа, в глубоком процессе. Ну, а самое главное, что есть еще и дополнительные фейк-новости, которые клепаются на том месте, что есть довольно серьезный информационный вакуум в сомнениях людей, так сказать, и в наполнении информации вокруг Stalker 2. Это то, что какой-то якобы бета-тестировщик слил скриншот из Stalker 2, в котором все видели бесплатные ассеты и прочие все пикантные новости. В чем новость данная, которая является не новостью? Так же самое, скриншот данные опровергли. И что самое и важное и интересное, мы не можем узнать об инсайдерской кухне Stalker 2 пока ничего стопроцентно достоверного, кроме того, что было сказано самими GST, либо же было со временем подтверждено. Но со временем подтвердилась крупица информации, очень-очень малые крупицы, и скандалы возникали просто из ниоткуда, и вакуум очень довольно присутствующий в данной игровой среде уже, конечно, всех порядком поднадоел, так сказать, поддостал. И мы все надеемся, это уже 22-й год наступивший, мы увидим все-таки геймплей и будем надеяться на лучшее, готовиться к худшему. Поэтому действительно ждем все-таки релиза, как планировалось и как должно это произойти. Ну, а, так сказать, Discord новости — это, конечно, не авторитетные источники информации, так же самое, как и сбросы фейковых новостей о том, что будут слит геймплей, и все остальное тоже не подтвердилось. Ну и, как вы понимаете, господа, все это приводит к тому, что возникают легенды, сплетни и откровенный контент, который ни о чем уже, увы, ях, вам не скажет. Просто враки, очередные враки. Поэтому давайте надеяться на официальные новости. Давайте не будем, так сказать, вестись на вбросы и провокации. И всем Stalker 2, ребята. Так что вот такие вот пирожочки. Если вам понравилось данное видео, ставьте свои лайки и не ставьте факи. Если вам не понравилось данное видео, ставьте свои дизлайки. Подписывайтесь на наш канал чудесный. И не забывайте бить в колокольчик, тем самым подписаться на все выходящие видео. Все, ребята, ждем Stalker 2 и до новых встреч. Всем пока.